оттащил мяч метров 30, отдал на партнера еще левее. Пошла верховая подача и первый удар в створ на себя. И поудобнее на партнера направо. Шаваев удар поворотом и болтится в атаке. И вот он выход на ударную позицию. Удар поворотом. Хороший удар, штанга! Еще повторный удар. А теперь уже голкипер. Касаев разворачивает соперника. Передача хорошая Кугину. Кугин бьет поворотом. Подмерил штрафную площадь. Цепляется за мяч балтийца. Выход на ударную позицию. Удар поворотом. В этой атаке с правого фланга корнер на 28-й минуте встречи. Беды. И ты уже ближе к лидирующей пятерке. Удар поворотом рядом со штангой. Ну, пока мы такие удары называем для статистов, поскольку зафиксировал положение вне игры. 33-я минута поединка. Балтика, Шинник пока счет матча не открыт. Штрафной площади Калининградской Балтики. Серия обманных движений. Удар поворотом. Первый в створа. И удар на исполнение. Правда, точно в руки. Перебросить, ну, хотя по времени на табло мы даже не отыграли еще и 45 минут. Ударом от ворот. Вторым темпом. Атака Балтики, если не третьим, выдвигается на ворота гостей. Удар поворотом от в атаке ярославцы. Доставили мяч к линии штрафной. Удар поворотом на месте Илья Лантера по флангу. Штрафной приближается. Наброс на дальний угол площади ворот. И удар поворотом с лёча. Но не совсем была удобная передача. Но постарался из нее максимум выжать. Виталь приближается к воротам. Дмитрий и удар. И поскольку дали возможность нанести этот удар. Это уже в пределах. Так и есть. Плотно. Пошла верховая. И так, в атаке ярославская команда. Удар поворотом. Очень активно вошел сейчас. Кугин на подборе. Касаев. Удар поворотом. Гол! Есть на позиции правого атакбина. Угол. Мяч затрепыхался в сетке. Толкаются. Пошла подача верхом. Удар поворотом и Ландратов на месте. Мяч в игре. Неплохо отработал Радунович. И удар поворотом хлесткий соперника. Вышел на ударную позицию и пробил. Низцы и заброс вперед верхом. Справляются игроки обороны Калининградской Балтики. Удар поворотом на месте. Или перебросить стенку удалось. Мяч попал в створ. Но мы даже не отыграли еще и 45 минут. Ну, может быть, так, знаете,